Все одно и то же. Как же хочется хоть какого-нибудь разнообразия, хотя бы в интерьере. Но выходить из дома нельзя. Тогда что же делать? Вооружиться желанием, минимальными навыками рукоделия и подручными материалами. Придать вторую жизнь привычным и устаревшим вещам, превратить их в изюминку дизайна комнаты гораздо легче, чем кажется на первый взгляд. У каждого из нас есть альбомы, в которых уже залежались фотографии, но так хочется видеть их чаще. Хорошая идея сделать коллаж на стену. Выберите самые яркие и эмоциональные снимки. Чтобы закрепить их, можете использовать двухсторонний скотч. Интересным решением будет выложить фотографии в виде фигуры, например, сердца. Строгих правил в этом деле нет. Следуйте своей интуиции, это же творчество. А еще хорошая возможность поностальгировать или посмеяться над собой в прошлом. Наш коллаж готов. Можно оставить все так или дополнить композицию сверкающей гирляндой. Она придаст необычному арт-объекту атмосферу тепла и уюта. Теперь яркие моменты жизни не только в моем сердце, но и буквально перед глазами. Такой творческий процесс, занятие захватывающее и интересное, а еще это самый настоящий отдых для души, который разукрасит воспоминания о солнечных днях у моря. Наверняка у каждого жителя или гостя Крыма дома есть галька с пляжа, ее можно превратить в домашнее растение. Не верите? Тогда смотрите дальше. Никакой магии перевоплощению помогут самые обычные краски. У меня гуашь. Зеленой покрываем камни и даем им высохнуть. Можно, конечно, подождать, но для нетерпеливых есть лайфхак. Теперь белым цветом имитируем колючки. Самый простой вариант – точками. Готово, остается посадить кактусы в горшок. Симпатично и оригинально. А самое главное, за таким каменным чудом совсем не нужно ухаживать. А теперь сделаем элемент декора для приятного вечера. Для этого нам также понадобятся краски, ножницы, скотч, ну и самое главное, банка. Ее мы превратим в подсвечник. При помощи клейкой ленты делаем окна. Совсем скоро в них появится огонь. А пока выбираем приглянувшийся цвет из палитры и расписываем банку. Отклеиваем скотч, добавляем любое украшение на ваш вкус. Можно сделать бант из ленты. Зажигаем свечу и наслаждаемся. Ну что же, вот такая красота у нас получилась, а мы убедились, что обновить интерьер можно даже не выходя из дома. Главное – подключить фантазию.